Приветствую тебя, уважаемый партнер. И в этом видео я бы хотел с тобой более подробно поговорить о том, как правильно выбирать проекты для инвестирования на платформе CRP-центра. В предыдущем видео я уже тебе рассказал о таком критерии, как срок вклада и как тарифный план. Но в этом видео я бы хотел тебе более наглядно, детально показать на примерах конкретных, на практике, как нужно выбирать эти проекты, на какие критерии нужно обращать свое внимание, для того, чтобы выбрать наиболее подходящий проект для вклада. Итак, первое, что вам нужно сделать, это зайти в свой личный кабинет на CRP. Далее вы переходите в раздел «Инвестиции», «Новая инвестиция». Вот в этом разделе, если вы перейдете во вкладку «Все проекты», то у вас будут отображаться все проекты, которые сегодня активны на платформе. Обратите внимание, что в правом нижнем углу есть цифра «К2». И вот тогда вы увидите точно все проекты. Далее вы можете отсортировать все эти проекты, которые сегодня работают на площадке, по категориям, то есть хайп, доверительное управление, доли интернет-бизнесов. И выбрать именно тот тип проектов, который вам более интересен. Я лично инвестирую во все типы проектов, и для меня тип проекта стоит на втором месте. На первом месте стоят именно те критерии, о которых я вам сейчас расскажу. Итак, переходим в раздел «Все проекты». Далее, для того, чтобы удобно работать с этими проектами, мы можем их отсортировать по конкретному критерию. Верхние панельки, видим, здесь есть название колонок. Название проекта, информация, размер дивидендов, размер инвестиций, активность инвестиций. Первый критерий, который нас интересует, это активность. То есть 130 дней, 8 дней. Видим, вот новый проект, самый свежий, который стартанул совсем недавно, это проект MySushi. Активность на сегодняшний день 8 дней. Далее, по идее, должно быть по убыванию. Проекты размещены, но почему-то, видим, сортировщик тут работает не совсем правильным образом. Вот тут внизу уже 26, 120 дней, вот 14 дней. Вот что-то здесь в сортировщике не так. Поэтому на 100% ему не доверяете, а все равно проверяйте каждый проект и смотрите, а сколько дней он живет. Ну, мы видим, что на сегодняшний день самый подходящий проект для вклада – это MySushi. Далее, на что нам нужно обратить внимание при выборе проекта? Второй момент, очень важный, это страховка. В разделе «Информация», точнее в колонке «Информация», видим, здесь есть вот такая вот информация. 72 дня покрытие 25% возмещения. Что это значит? Это значит, что в течение 72 дней платформа CRP-центр страхует ваш вклад на 25%. То есть, если в течение 72 дней этот проект закроется по какой-то причине, то вы в любом случае получите 25% от своего вклада обратно к себе на баланс. Ну или на внутренний счет. Вот это второй важный момент. Почему? Потому что в некоторых проектах вот этот страховка, она составляет 40%, в некоторых, видимо, она составляет 100%, то есть если в течение 949 дней закроется по какой-либо причине вот этот проект, то вы получите 100% возмещения. Как видим, тоже очень интересно. Далее видим, что есть проекты 40%, которые покрытие есть 25, 45, 25 и так далее. То есть это немаловажный критерий, на который вы должны обращать свое внимание при выборе проекта. Потому что от этого будет зависеть, насколько, точнее, сколько процентов вы получите от своего вклада обратно на свой баланс. В случае, если проект закроется раньше времени. Далее, третий момент, на который вам нужно обращать свое внимание, давайте к нему вернемся еще раз, это тарифные планы. Почему это важно? Давайте перейдем вот в раздел «Инвестировать» данного проекта и обратим наше внимание. Видим, что в проекте MySushi есть 4 тарифных плана, и сроки у них разные. Первый тарифный план 15 дней, второй 30 дней, 60 дней, 80 дней. Я вам рекомендую выбирать тарифные планы всегда с наименьшим сроком. То есть там, где меньший срок, на тот тарифный план вы должны входить. Как видим, многие инвесторы на сегодняшний день уже, скажем так, просекли эту фишку, и вот минимальные тарифные планы, они разлетаются как горячие пирожки.
и видим, что вот на 15 дней уже лимит на сегодняшний день исчерпан, а на 30 дней он еще не исчерпан. Хотя на 15 дней количество инвестиций составляет 20 инвестиций, а на 30 дней их 15. И видим, что 20 инвестиций разлетелись уже, и их не хватает инвесторам, а 15 инвестиций еще висят. То есть на 15 дней намного выгоднее входить, точнее не выгоднее, а безопаснее входить, нежели чем на 30 дней, на 60, либо на 80 дней. Но хочу здесь подметить, что не в 100% случаев вот эти проекты все отрабатывают только минимальный срок и все. Очень часто случается так, что эти проекты живут и 2 месяца, и 3 месяца. И все это благодаря тому, что руководство платформы CRP-центр проводит грамотную политику. Вот, к примеру, через 15 дней у нас подходит срок окончания данного тарифного плана, и большинство инвесторов собирается выводить оттуда деньги, но платформа CRP объявляет какой-то акции об очень интересными условиями. Новые инвесторы входят в этот проект, и проект живет еще спокойно месяц, два, может быть и три. И поэтому тот, кто изначально вошел, может быть, на 30 дней, он остался и в плюсе, и в очень хорошем профите, который превышал в 2 или даже в 3 раза больше, нежели по первому тарифному плану. Поэтому на второй, на третий тарифный план, как правило, заходить выгоднее, но менее безопаснее. На первый тарифный план заходить безопаснее, но менее выгоднее. Поэтому здесь каждый решает сам для себя, что он хочет. Пойти на больший риск, но больше заработать, либо пойти на меньший риск и меньше заработать. Но, как я уже сказал, очень часто бывает так, что эти проекты отрабатывают и 30 дней, и 60, и в несколько раз дольше, чем мы бы могли предполагать. И все это благодаря грамотной политике руководства CRP-центра на сегодняшний день. Еще очень важный момент, при выборе тарифных планов вам стоит обращать внимание на такие вкладки, на такие пункты, как капитализация, возврат депозита, досрочный возврат. Вот видим, что в данном проекте везде стоят крестики, то есть значит капитализации нет, возврата депозита нету, досрочного возврата нету. Но есть проекты, в которых эти пункты, скажем так, активны и актуальны, и на них стоит обращать особое внимание. Давайте, к примеру, сейчас найдем один из таких проектов здесь, и я вам покажу, в чем может быть фишка. Вот один из таких проектов, называется он Even Goose. Здесь есть досрочный возврат депозита. Давайте вот более подробно изучим вот эти моменты. Капитализации видим, на первом тарифном плане ее нету, на втором нету. Возврат депозита на первом тарифном плане есть, на втором тарифном плане нету. Информация по поводу досрочного возврата депозита. Значит, кликаем на вкладочку «Информация». Период, в который отмена работы депозита, возможно, со штрафом от 0 до 15 дней. А работа инвестиций. Размер штрафа составляет 5% от депозита. Период, в который отмена работы депозита возможна без штрафа, начинается с 15 дня работы вашей инвестиции. То есть через 15 дней после того, как прожил данный проект, вы можете вернуть свой депозит уже, скажем так, без штрафа. Таким образом, это повышает безопасность вашего вклада, но, конечно же, уменьшает доходность. И вот здесь вы опять же должны принять решение. Ага, вы хотите с наименьшей безопасностью, то есть с наименьшим риском инвестировать в данный проект деньги, либо вы хотите инвестировать с большим риском, но и с большей выгодой. Вот если вы предпочитаете меньший риск, то тогда просто входите на 15-20 дней в этот проект. Через 15 дней вы можете уже вернуть свои деньги, свой депозит и плюс те проценты, которые вы заработаете за 15 дней. Сколько вы заработаете за 15 дней, можете посмотреть во вкладке «Размер дивидендов» и увидеть, что первые 5 дней вы получаете 2,5%, 10 день 5%, 15 день 7,5%. Вот если вы дождетесь до 20 дня, то получите 10% и так далее, и так далее. То есть вот тарифные планы, особенно вот эти вот пункты все вам нужно детально изучать, потому что бывает в них кроется очень важная и интересная информация. Не только срок жизни данного проекта, не только срок инвестиций, не только размер страховки, но и досрочный возврат депозита, капитализация, ограничения и другие параметры. На них тоже стоит обращать ваше внимание при выборе проекта для вклада.